Доброе утро! Доброе утро, доброе утро! Утро, утро, утро! Красивое солнце! Вчера такой снег валил! Я ехала вообще по таким сугробам домой. Вообще, я даже не видела, какая моя линия по дороге. Все машины, блин, друг от друга подальше, потому что никто не видел своей линии. Вот. А сегодня опять солнце, и опять все тает. Какая прелесть! Ну просто прелесть! Просто прелесть! Сегодня еду, сейчас сначала еду в Лидл покупать воды. Я без воды не могу. Мне обязательно вода в день почти что бутылку воды выпиваю. Потом едем, я еду к Адели, забираю ее и Самуэля, и мы едем к Султану на день рождения. День рождения! Пока! Пустые бутылки идут сдавать. Буду сдавать здесь. Ой, привет, это тетя Лиля. С утра, сегодня суббота, с утра примчалась в Лидл за водой. Воды нету, одни пустые бутылки остались. Поснимаю немножко Лидл. Начала сдавать бутылки, а машинка поломалась. Сейчас придет персонал и починит. Смотрите, сколько воды я пью. Это где-то, наверное, за 2 месяца. Ну все, заработала. Вот, кроны увеличиваются. Так, вот 42 кроны, выходит бумажка, 42 и плюс там еще 14, 56, итого, пойду покупать продукты. Мандарины за 35 крон, за сколько там, 2 килограмма, 1,5 килограмма, беру. Огурцы не буду брать. В общем, пойду пройдусь, возьму кое-какие фрукты и мясо, кусочек хочу взять еще себе. Вот тут печеное, но печеное мне кушать не надо, не рекомендую сама себе. Ой, такую тележку закупилась, что не могу даже вести. Очень тяжело. Ой-ой-ой. Эй-эй. Давай, 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 направо, направо. Ой, вот туда поедем к машине. Ой, не могу вести. Распаковка. Уф, волосы распустила, свои косы я. Уже голова болит от этих вот заколок, от всего этого. Смотрите, я пришла с Лидла, распаковочку сейчас вам сделаю. Смотрите, что купила, воды. 2 упаковки, 12 бутылок воды по 1,5 литра. Буду пить воду. Это я каждый день пью по бутылке почти что. Ну что, давайте распаковываться. Вот так вот поставлю. Ну-ка, как поставить, чтобы удобненько было видеть. Так, чтобы все было видно. Ух, вот так. Вот, купила мясо. Хёгреф. Это задняя часть где-то на спине. Ну, немножко прожилки есть, я не знаю, это прожилки или жирок. Если жирок, вообще классно было бы. Жирок хочу я. Так, дальше. Что-то у меня камеру как-то надо поставить ровненько. Ровненько. Так, дальше что у нас? Купила банку, это как называется, свекла. Маринованная свекла, резаная. Буду за место закуски. Купила маринованный вот такой лук маленький. Тоже закусочка. Купила вот такие, как называется,
салфетки, которые в химическом, которые мыть. Вкусно пахнут. Мыть всякие поверхности, вытирать. Так. Сыр. Целый килограмм резаного сыра купила. Что-то не хочу я его резать. Я всегда так покупаю. И потом я его раскладываю по таким коробочкам. И в холодильник самое холодное место. Сыр ем очень много. Килограмм сыра. Сметана купила. Крем фреш. Легкую. 15%. Купила вот такой чиз. Гутаж чиз, который я говорю. Это для кальция. Для кальция, за место таблеток кальция, вот этот кушаю, творог. Две сгущенки купила, кофе пить со сгущенкой и чай черный со сгущенкой. Так, это что у нас? Это яйца, 6 штук, размер 6. 6 номер. Продукты подорожали, все очень дорого. Тунфиш, тунец купила, один в масле, один в воде. Не было вот такой вот. Вот такого не было, марки в масле уже кончилось. Вот такую марку купила, не знаю, хороший, нет? Потому что бывает такой тунфиш, тунец, который мелкий-мелкий, вот прям как будто с мясорубки. Вот, ну, может быть, это такой. А вот этот кусками, прям куски видно. Далее у нас что идет? Дальше у нас идет молоко безлактозное. В этот раз что-то не было однолитровых, полторалитровое только. Но все равно я его пью с удовольствием, взяла. Купила такие американские панкейки, 6 штук. Ну, взяла, не срок годности не стоит, дата не стоит, но все равно взяла, даже американская. Американская может годами храниться, они только наложили, наверное, химикатов каких-нибудь. Будем кушать. Вот такие я купила бисквиты, 8 штук, я их очень люблю, они такие лимонные бисквитики, в Лидле бывают, очень вкусненькие. Далее у нас купила 1,5 килограмма мандаринов, крупные такие мандаринчики, ого! Далее я купила картошечку, чуть-чуть картошки купила, ну, на раз пожарить, наверное. И купила вот такие яблочки зелененькие, Смит, как они называются, Смит. Грани Смит, Гран Смит. Зеленые, люблю зеленые. Вот, чек у меня получился, растрата получилась где-то на 600 крон, минус бутылки, которые сдала на 64, на 68 крон бутылок было у меня. Смотрите, что у меня здесь, я вам сейчас покажу. Это Аделя, ее канал, который называется Самуэль Бабансон. Вы знаете, вот на 50 минут видео она снимает целый день, это дневник Самуэля. Но она тут показывает себя... Такой интересный канал, прям, вы знаете, вот она такая шармик, она такая необыкновенная, у нее какой-то свой стиль какой-то, да, которого ни у кого нет. Вот вы посмотрите, если ее. Каждый день. А сейчас вот, потому что я голодная была, я думаю, ой, попробую, даже любила. Она тут и убирается, и сейчас я вам покажу, и показывает свои комнаты, смотрите, и посуды моет. И кушать готовит целый день. Вы увидите, какая у нее нелегкая на самом деле жизнь. Но все равно она, вот она тут с Амулькой, вот. Сейчас пока. Представляете? Сейчас покажу, как она посуду моет, вот. Кушать готовит, посуды моет. И у нее так хорошо оформлено. Я так не умею оформлять, как она делает. Так что зайдите, просто посмотрите, особенно молодым будет интересно. Даже я вчера сидела до часа ночи, ее смотрела, ее видео последнее, которое она поставила. Она решила всерьез этим заняться. Видите, она с животом стоит, она тут и танцует. Сейчас, может, найду, где она тут танцует. И каши варит, каши-малаши. Сейчас посмотрю. И рассказывает все свои эти... Сейчас найду. Вот, смотрите. Это мой самый... Что мне тут одевать? Окей, ну все надо снять. В общем, зайдите на этот канал. Он говорит, о, носки сними. О! У меня тут...
Блять, я кушать уже готовила. И второй раз он вообще, что ты слышишь? Сматерилась на русском. Как она готовит еду своему мужу из остатков еды. Чтобы все сделать, как его. Остатки. Вдруг у меня время есть, когда он только пришел, только я это сделала, наложила ему, уже все бриллиантовое быть. Все. Я говорю, только ему наложила, а у него должно уже все бриллиантовое быть. Вот. Она тут под музычку пасут. В общем, видели, да, вы? Прям советую. Просто вот такое, как сказать, расслабительное видео. Посидеть спокойно. Вообще, я вообще удивляюсь на мою доченьку. Она такая молодец, за что бы она ни бралась, у нее все получается. Я не хочу, конечно, хвастаться, я сейчас на полном дыхании, без, как сказать, не отрываясь снимаю. Ну, в общем, это такая реклама. Да, это реклама. А что, у меня нет рекламы, что ли? Вот, пожалуйста. Рекламу делаю. Короче, посмотрите обязательно. Посмотрите на нее, подпишитесь. Она сказала, что она даже будет роды снимать свои. У нее, конечно, есть какой-то утвеклинг, это прогресс, значит. Есть прогресс. У нее ребенок, у нее живот, она скоро будет рожать. У нее муж, который объелся груш, как говорится. Это очень интересно смотреть и наблюдать за ней. Пока, спасибо. Сегодня у меня, кстати, мы сейчас сегодня еще поедем к султану, у него день рождения вчера был, ему 25 лет исполнилось. В общем, 25 лет, посмотрим, может, там поснимаю, ну, Адель это точно будет снимать, будете у нее тоже смотреть. Спасибо вам большое, пока.